Шевченко, защитник. Защитник. 106. Нет, не. Есть? Я хотел бы, ну, наверное, нет. У следователя, прокурора есть отводы? Нет, не имеется. Не имеется. Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения, поэтому... Следствие считает, что Дмитриченко, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, может оказать давление на потерпевших и свидетелей. В плане того, что я ему заказывал облить кислотой Сергея Пильна, это абсолютно неправда. Я этого не делал абсолютно. Вот. Да, я с ним общался на вопрос театра, рассказывал там про политику Большого театра, про коррупционные действия, которые происходят в Большом театре. Когда вот случилось, и вот это предложение поступило, то говорит, давай я его ударю, там, и забью, вот, по башке, да, ну, то есть вот его слова. Ну, вот, я согласился на его предложение. После того, когда с Сергеем это случилось, единственное, что я признаю, то, что я ему, да, действительно звонил, потому что он спрашивал, ты мне, говорит, скажи, когда он у нас будет ехать из театра. На совещание для принятия решения. Да, я знаю, что у Пилина с Дмитриченко был конфликт по поводу профсоюза там, или каких-то распределений грантов, он сейчас об этом сказал. Но он это все было открыто, мы все это, он не прятался никогда. Вручение ведь залога в сумме 500 тысяч рублей, подписки о невыездном лежащем поведении, либо домашнего ареста. За совершение которого происходит наказание в лишении свободы, находиться в свободе, может скрыться от следствия суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевшего, свидетель больше. Вот расскажите, пожалуйста, о деталях. Сами то, что сейчас с вами происходит, с чем связано? Какое давление? То такое количество сразу информации вылилось негативной, ну, обвинительной в адрес Паши. И ни один человек как-то не пытается посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Просить, предложить себя в партию какую-то, да? В театре все не верят, не верят вину Павлу Дмитриченко и считают, ну, все, что происходит, неубедительно.